Всем привет, дорогие друзья! С вами Никита Брулевич, и сегодня я проведу гонку 32 шариков. 16 шариков будут новые, 16 шариков будут старые. Это их у меня всего 32 разных. Было всего 31 разный, но в день, когда я снимал видео, буквально через час, я уже нашел еще один шарик. Вот такой вот шоколад. И еще я устранил один минус. Я буду шарики запускать вот на этой железяке. И я их буду ставить сюда. И потом буду эту штуку убирать. Зарядное устройство. Зарядный блок. Они будут сюда катиться. И вот тут будет финиш. По правилам FIFA они будут гонять. И кто первый вот тут проедет, это победил. Они будут по двое, потом кто победил, дальше будет. Теперь давайте я представлю вам своих участников. Давайте я сначала представлю вам старых. Снежок. Небо. Мятник. Оранж фастик, Хорватия, Гринер, Грин фастик, Галактик, Галактика, похожая, Огонь, Океан, так, дальше. Мороженое, Блю фастик, Золотая монетка. Так, кто там еще был? А, вот этот вот. Молния. Как я понял, всех любимый шарик. Розовая, вот, розовая звезда. И еще кто-то один был такой. А, вот. Ртуть. И дальше... Где? Дальше 16 новых шариков. Некоторые названия вам покажутся уже знакомыми. Давайте начнем с моего любимого из новых. Это мятное мороженое. Золотая спираль. Yellow фастик. Оранж фастик, он от Редлера мало чем отличается, но думаю, видно. Дальше. Позолота. Пятнышко. Фиалка, думаю, видно. Тоже. Это позолоченный огонь. Дальше. Команда называется Германия, вот это вот. Она по золоту похожа, но у нее это темное пятно. Германия. По той же причине, как и Хорватия. В чемпионате она участвовала. Он участвовал за Хорватию. Дальше. Вот новый шоколад. Этот за Германию участвовал. Тот, прошлый. Этот какао. Этот. Белая полоса. Прозрачная полоса. Капля масла. Средняя Хорватия и мини-Хорватия. Вот, я вам для примера сейчас выставлю вот три Хорватии. И начну сейчас выставлять их, кто с кем будет играть.
Так, Блю Фастик с золотой монеткой будет играть. Небо со снежком. Какао с прозрачной полоской. Дальше. Капля масла с ртутью. Белая полоска с Хорватией мини. Мятное мороженое с позолотой. Позолоченный огонь с гринфастиком. Средняя Хорватия с мороженым. Гринер с Редлером. Ой, убежал Редлер от Гринера. Испугался. Дальше. Хорватия с океаном. Оранж фастик с огнем. Дальше. Фиалка с мятником. Германия с розовой звездой. Вот. Золотая спираль с галактикой. Шоколадик с пятнышком. И последний — это Yellow Fastic с молнией. Я болею, как я уже сказала, за молнию, за мороженое и еще за мятное мороженое. Вот все наши участники. Давайте начнем нашу гигантскую гонку. Блю Фастик с золотой монеткой. Так, я свою штучку забыл. Вот, на старт. Внимание, марш. Блю Фастик победил. Блю Фастик победитель. Сюда вот его поставлю. Дальше. Небо против снежков. Опять я эту штуку тут оставил. Вот, на старте они готовы. На старт. Внимание, марш. Победил. Небо. Дальше небо с Блю Фастиком будет играть. Дальше. Прозрачная полоска с какао. Вот они встали уже на старт. Марш. Выигрывает. И прозрачная полоска выигрывала и выиграла. Вот хорошо. С кем же будет играть прозрачная полоска? С капелькой масла или с ртутью? На старт. Внимание, марш. Победил Блю Фастик. Ой, не Блю Фастик, а ртуть. Пишите в комментариях, за кого болеете. Или болели. Дальше. Хорватия мини против белой полоски.
Блин, крутилось. Вот они уже на старте стоят. На старт. Внимание. Марш! И, кстати, видимо, из-за своего размера Хорватия менее проиграла. А белая полоска победила. Дальше. Позолота против мятного мороженого. На старт. Внимание. Марш. Ой. Застряли немножко. На старт. Внимание. Марш. И победила мятное мороженое. Дальше мятное мороженое будет играть с белой полоской. Дальше. Огненное позолото против гринфастика. Вот они на старте уже. Старт. Внимание. Марш. Вот это он обогнал. Гринфастик обогнал его. Гринфастик победил. Можно считать последние секунды. Дальше. Мороженое против средней Хорватии. Хорватия мини себя плохо проявила из-за своих размеров. Посмотрим, как средняя Хорватия в этот раз сыграет. На старт. Внимание. Марш. А средняя Хорватия молодец. Средняя Хорватия обогнала. Дальше средняя Хорватия будет... Ой, да-да-да, извините. Средняя Хорватия с гринфастиком будет играть. Дальше. Гринер против Редлера. На старт. Внимание. Марш. Редлер победил из-за того, что гринфастик, ой, то есть гринер застрял. Да, тяжеловато как-то. Сыграли. Дальше. Настоящий Хорватия с океаном. Посмотрим, как проявит себя самый старший брат. На старт. Внимание. Марш. Самый старший брат Хорватия тоже остался на старте стоять. Интересное явление. То, что он проиграл. Дальше. Редлер. Ой, да, Редлер против океана будет. Ну а сейчас Orange Fastic против Fire. На старт. Внимание, Марш. Вот это интересная битва. Победил, конечно же, Фаер. Мастер таких гонок. Таких сложных гонок он мастер. Одна из самых быстрых команд Фаер. Дальше. Фиалка против мятника. Вот это тоже будет интересно, мне кажется. На старт. Внимание. И... Марш. Вот это да! Фиалка обогнала мятника. Так, она остановиться что-то не хочет. Вот, встала. Дальше. А сейчас Германия против розовой звезды играет. Встали уже на старте. Марш!
Вот эта розовая звезда обогнала. Вот эта вот розовая звезда дает. Розовая звезда обогнала Германию. Дальше. Золотая спираль против галактики. И это типа 16. Нет, это даже. Да, это 16-е финала, типа. На старт, внимание. Марш. Вот это интересный бой был. Был очень интересный бой, в котором галактика одержала победу. Дальше галактик будет играть с розовой звездой. Дальше шоколадик против пятнышки. Шоколадик вот уже встал сам. Пятнышко тут встал. Старт, няня. Марш. Побеждает пятнышко. Хотя уже победил шоколадик. Шоколадик победил. С кем же он будет играть? С молнией? Или с Yellow Fastix? Сейчас мы это узнаем. Последний бой 16-й финала. На старт. Внимание, марш! С молнией он будет играть. Молния победил. Не все выбрались из 16-й финала. А если честно сказать, половины только. Да. Сейчас будет 8-я финала. А вот до четверти финала выберется уже вообще мало шариков. Кто из новых дошел до сюда? Прозрачная полоска. Белая полоска, мятное мороженое. Хорватия мини. Тут никого. Фиалка. Отсюда никого. И шоколадик. Мало. Но мы продолжаем. 16-е финала. Блюфастик против неба. Это игра в плей-офф. Ну, игра и была в плей-офф. Но сейчас плей-оффский плей-офф. На старт, внимание. Эй, ну чё? Старт, внимание. Марш! Победил небо. Это я точно видел. В камере, может, было расплыто, но я это видел, что победил небо. Дальше. Прозрачная полоса против ртути. Так. Вот встали на старт. Марш. Победил ртуть. Ртуть стал победителем. Ну, 8-й финала. Дальше. Мятное мороженое против белой полосы. Я болею за мятное мороженое. Мятное мороженое. Давай, на старт внимание. Марш. Блин. Снежок в последнюю секунду обогнал его. Бывает такое. Точнее, бывает и такое. Дальше. Хорватия средняя против Гринфастика. Вот это еще тоже интересная битва будет. Очень интересная. Потому что мы следим. Мастер прошлой трассы под названием Праймари прошлой трассы. Или средняя Хорватия победит. На старт не марш. Видимо, мы прощаемся с Хорватией средней. Недалеко дошли и первая, и вторая, и третья Хорватия.
победил, потому что Green Fastic. Он будет играть со снежком, а ртуть с небом. Уже половина прошла восьмой финала. Но самое интересное все впереди. Редлер против Океана. На старт, внимание, марш! И победил Редлер! Редлер победил! Редлер хочет дойти далеко. Дальше. Огонь против Фиалки. Тоже восьмая финала. И тоже интересно. На старт. Внимание. Марш! Огонь стал победителем. Фиалку даже победил. Потому что Огонь сильная команда. Когда я устраивал Олимпийские игры... Так, сейчас будет играть Галактика против Розовой Звезды. Тогда у меня участвовало 16 команд, которые были в первой гонке. И тогда Редлер занял третье место. Галактик первое. Галактика. Огонь четвертое. Второе. Гринеры. На старт. Марш! Не зря Галактика стала победителями. Они сейчас победили. Ну или он победил. И последняя, восьмая финала, это Шоколадик против Молнии. На старт, внимание, марш! Молния, давай! Молния опять победил. Молния, крутой чувак. Молния будет с Галактикой играть. Знакомая уже картина. И Огонь с Редлером. Остальных я уже показывал. Все, кто выжили. А это все, кто проиграли на этом этапе. Кто ж победит? Сейчас тот дойдет до полуфинального этапа. Но сейчас мы узнаем, кто победит. Победит небо или победит этот, ртуть. На старт, внимание, марш. Да, кажется, победит небо. И небо, первый игрок в строю, дошел до полуфинала. Думаю, призовое место он точно займет. Дальше, кто с ним будет бороться? Белая полоса или Гринер? А вот Гринер заняли 15 место из 16. А Мятники 16. На старт. Внимание, марш! Но у нас есть другое соревнование, в котором Гринеры себя лучше показывают, проявляют. Гринер, точнее Green Fastic. Green Fastic тогда 15 место. Green Fastic будет играть с небом. А сейчас еще одна четверть финала. Редлер против огня. Две сильные команды встретились. Кто ж победит? Четвертое или третье место? На старт дня не... Марш! Победил Огонь! Редлер пришел вторым, но второй тут последний. Прощай, дружище Редлер. И еще один. Эта гонка мне не очень нравится. Молния против Галактики. Потому что это два моих... любимый. Галактика тоже мой любимый. На старт. Внимание. Марш! Молния! Давай, давай! Молния победила, Галактика отстала немножко. Даже много.
и потом будет огонь с молнией. Огонь и молния. Но сейчас полуфинал. Важное событие. Небо против Гринфастика. Кто же из них будет в финале, а кто в битве за третье место? На старт няня. Марш. И будет в финале Небо. Игрок номер один. Этого сюда ставим. А этого сюда ставим. И еще кто будет в финале, кто в битве за третье место? Полуфинал Б или 2. Молния против огня. Вот это вот страшная битва. Я болею за молнию. Молния, давай, на старт, няня, марш. О, нет. Огонь победил молнию. В прошлый раз у молнии было второе место. В этот раз будет бороться за третье. Молния против Гринфастика. Битва за третье место. Молния, давай, хотя бы третье можешь занять. На старт, внимание, марш. Молния, давай! Но в итоге Молния занял четвертое место. Третье место занял Гринфастик. И, наконец-то, долгожданный финал. Игрок, который был первый в строю, ну, в смысле, вот в этом строю, Небо или очень сильный олимпийский игрок Огонь. Кто же из них самый быстрый окажется? Кто из них самый крутой окажется? На старт, внимание, марш! Огонь или... И победителем стал Небо! Второе место занял Огонь. Вот они, наши победители. Четвертое место занял Молния. Третье место занял Гринфастик. Второе место занял Огонь. Первое место занял Небо. Много кто не дошел до этого этапа из шариков. Но зато была очень интересная гонка. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Никита Брулевич. Всем пока!